Здравствуйте, дорогие друзья. Начинаем очередной выпуск программы «Вопросы обывателей», 45-й по счету. 45-й по счету. У нас, как всегда, в студии Александр Красовицкий. Всем привет. Привет. Вот. У нас там где-то внизу, но на самом деле наверху. Ага. Вот, да. Отец Илларион, привет. Добрый вечер. О, я его слышу, да. Там можно даже его немножко погромче. Мне тоже погромче. Вот. Ну что ж, друзья мои, давайте откроем, что у нас там получается по вопросам. Да? Значит, у нас на втором месте два вопроса. Мы как? Мы идем от последнего. Да, как всегда. Как всегда. Как всегда. Итак, давайте я сразу. Первая часть программы начинается, и мы обсуждаем следующий вопрос. Зачитываю. Может ли агрессия служить на благо? И нужно ли показывать в СМИ агрессию, как она есть? Ну, действительно, да, вот последние особенно вещи вот эти, которые... я честно скажу, мне очень нравился телеканал Life News в свое время. Вот, сейчас я его перестал смотреть, потому что там, ну... мне кажется, уж очень откровенно все показывают. Желтизна сплошная, да, я скажу. Очень откровенно показывают, потому что есть же люди, которые там сидят с утра до вечера и смотрят, просыпаются, а что там, кого убили там опять, да, там включают, а там же показывают прямо вот непосредственно, как все это происходит. Жесть. Понимаешь, кроме этого, ну, люди еще на этом деньги зарабатывают. Они же отправляют, да, и как бы деньги зарабатывают. Так вот, родился такой вопрос, насколько вообще правильно, адекватно или как это можно назвать, вот эти не то что элементы, а непосредственно агрессию, непосредственно вот это действие показывать на всеобщее обозрение на СМИ. С кого мы начнем? Ну, не знаю, у меня есть такое мнение, что агрессия адекватна только если это ответ на агрессию. Мне кажется, что не подставлять, так сказать, вторую щеку и прочее. Ну, для меня это не выход, например, из ситуации. Иногда приходится проявить агрессию в жизни для того, чтобы отстоять честь, достоинство. Сама по себе агрессия, она есть, да? Ну, она понятно. Присуща всем. Да. Другой вопрос, имеет ли смысл показывать, демонстрировать это? Ну, в качестве советов, как выжить в мегаполисе иногда, наверное, стоит. То есть, чтобы люди задумались, посмотрели, что вот может с ними быть такое? Ну, не знаю, да, как-то так. Просто это надо контролировать. Вот вчера на Крестовском острове была драка с выстрелами, и три человека в больнице в тяжелом состоянии. Вот, на почве чего? А на почве кто-то кому-то какую-то денежку не заплатил. Ну, это другая история немного. Ну, в общем, отец Илларион, а что вообще вот по поводу агрессии говорит нам Писание, это священно. Вообще там есть такой термин агрессия? Ну, я думаю, что, может быть, в латинском переводе Библии термин агрессии будет присутствовать. Это же латинское слово. Есть там один такой момент, когда в Гефсиманском саду Христа стражники пришли брать, то апостол Петр бросился на защиту. И Христос сказал: «Вложи свой меч в ножны, потому что тот, кто придет с мечом, от меча и погибнет». То есть Христос против такого рода агрессии, против такой вот, такого рода вот защиты, как в виде нападения на врага, так сказать. Поэтому мы видим, что Евангелие само по себе не агрессивно к человеку как таковому. Евангелие, я бы сказал, агрессивно к злу, потому что зло не понимает и другого языка, поэтому оно агрессивно в том смысле, что нас призывает бомбардировать зло добром. Вот. Мне кажется, что вопрос о том, почему показывают агрессию по телевидению или по другим средствам массовой информации, не особо затрагивает Писание, наверное. Он не затрагивает... почему, а вообще стоит ли об этом? Вот в Писании есть материал, да, о том, как там ухо отрезается, да?
охраннику, по-моему, когда как раз пришли за Иисусом, насколько я помню, ну, да. Правда? Там, а он восстановил ему это ухо. Вообще, там очень много тоже деталей, там, которые, ну, наверное, в обычной жизни человеку не очень приятны. Да? Там человек весь в язвах и так далее. Ну, очень много вещей. Не то, что сказать там агрессивных, но каких-то вызывающих... Неэстетичных. Да, неэстетичных, они как бы присутствуют. Mm-hmm. То есть там это показывается. Насколько сейчас вот реалии нашей жизни безболезненно показывать по телевидению, например. Я здесь с одной стороны соглашусь, с другой стороны не соглашусь. С одной стороны, Священное Писание является религиозным текстом. И поэтому практически все единогласно толкователи говорят о том, что те или иные подробности являются стремлением автора сказать о том, что Христос был настоящим истинным человеком. Поэтому он и страдал по-настоящему, и все с ним было по-настоящему. С другой стороны, картина вот этих подробностей крайне скудная на самом деле. И тому пример... много раз упоминаемый нами фильм Мела Гибсона «Страсти Христовы». Ведь многие Евангелие читали и знают, как это происходило. Но все равно, когда люди шли в кинотеатр, они испытывали очень сильный шок, когда они выходили из кинотеатра с этой премьеры. Угу. Многих брали интервью, все испытывали шок, потому что в зрительном восприятии как раз-таки показана вся эта полнота картины и подробности. Вот это самая полнота агрессии, о которой мы с вами и говорим. И на фоне кинопленки, конечно же, евангельский рассказ является крайне сдержанным, даже иконы православные, которые изображают распятого Христа, изображают его не страдающим, а уже победившим страдание, победившим смерть. Вот. Но я предлагаю... Пропадает. К насущному, я считаю, что агрессия в СМИ – это вопрос денег. Ну, потому что сейчас все является вопросом денег. Мы живем в обществе, где очень жесткая конкуренция. И если средства массовой информации не дают какой-то сенсации или горячих подробностей, то их никто не будет смотреть. И мы видим, что в Ютубе миллионы людей смотрят ролики, которые специально... озаглавленный, заманивающий, там, жесть, жестяк, ужас, смотри до конца, там, и так далее, и так далее. То есть уже заранее предлагают человеку нечто ужасающее с какими-то, наверное, вот подробностями, потому что не каждый из нас видит смерть каждый день, да, а здесь есть шанс посмотреть это хотя бы на пленке, прикоснуться вот к этому ужасу, который происходит вокруг нас. И вот это горячее является залогом популярности СМИ. Поэтому чисто с этой точки зрения, когда деньги диктуют то, что нам смотреть, я против того, чтобы насилие показывали. И я не считаю, что это есть уклонение от реальности. Мы и так живем в настолько плохой реальности, да уж, что не показывать агрессию как-то нас не удалит от наших с вами бытовых и жизненных вопросов. Ну, как-то так, да, я вот согласен, в принципе. А я хотел у тебя спросить, у тебя были случаи, когда на концертах были элементы агрессии? Ну, у нас, в принципе, музыка достаточно напористая местами в некоторых песнях. Ну, я, так сказать, сложно назвать агрессивной. Ну, иногда даже можно сказать, что и агрессивная есть некоторые песни с негативным посылом у нас, как и у любой рок-группы тяжелой гитарной. Тут от этого никуда не уйдешь. Я просто стараюсь в песнях отражать всю полноту жизни. Она и болью бывает, и яростью бывает наполнена всячески. Но таких фанатов нету? У нас драк не бывает на концертах, конечно, никаких. Вот в таком смысле, в этом смысле проявление агрессии, это, конечно, не концерты, а не мулжас. Вот. Хотя на фестивалях я наблюдал однажды, даже вот, кстати, как выяснилось, вот я забыл момент, а мне прислали видео, как я, оказывается, прыгал в толпу и разнимал там дерущихся на фестивале. Если не ошибаюсь, в Перми был фестиваль Rockline 2 года назад. Я этот момент совершенно забыл из памяти. А мне прислали видео, как я прыгаю, и там дрались 2 парня. Я их разнял прямо во время нашей песни, как бы это происходило. Но это не из-за музыки, а не из-за джаза, потому что они пьяные были.
Ну, это понятно. Ну, короче говоря, совершенно верно, мне кажется, с точки зрения насчет того, что агрессию мы и так наблюдаем в жизни постоянно, даже на бытовом уровне. Нафига же ее еще и, ну, так сказать, транслировать на экранах? Я вот отец Иларион, когда говорил про то, что Евангелие все-таки это буквы и слова, я почему-то подумал, а если была бы видеокамера, тогда снимали ли, фиксировали бы все это на видеокамеру или нет? Ну, конечно, бы фиксировали на мобильные телефоны. Мы бы сейчас, наверное, имели... Отец Иларион, как вы считаете, снимали бы Иисуса на мобильные телефоны и выкладывали бы в YouTube это все? Ух ты, Дима, ты просто какие-то риторические вопросы задаешь. Снимали бы? Снимали бы. Просто тут речь о том, что вот фильм Мела Гибсона, он вызывает шок, да, но он, возможно, вызывает шок только из-за того, что это чисто визуализация, да, тех событий, которые были. Потому что если окунуться в историю и почитать просто исторические книги, как там казнили, разрывая человека на части, ну, да, там, да, да, мучения, и так далее. Да, но люди в то время жили и считали это более-менее как бы, ну, естественно. Это было еще и зрелищем. Стекались, да, толпы. Да. Между прочим, люди там собирались и на все это смотрели. А сейчас это все ушло в интернет и в телевидение, так сказать. Теперь все собираются и смотрят в экран, вместо того, чтобы ходить на площадь и смотреть, как голову отрубают. То есть ничего не меняется? По большому счету ничего не меняется. Меняется средство подачи и средство... Людей всегда будет интересовать вот эта вот, да, черная сторона жизни. Но нужно себя беречь, наверное. И я бы ограничил показ этого всего дела. Особенно, когда смотрят дети, да, и все это видят, как вот... Не знаю. А с другой стороны, они видят, что можно получить по морде, и может быть не надо это делать. Да нет, нормально, нормально. Да? Да. Ну ладно. Как-то вопрос, ну, знаешь, очень может, простой. Может кто-то увидит и скажет, у, ё-мо, я лучше не буду. Так нарвешься на такого, там, вот, знаешь, выбегают из этого, и из машины. Вот буквально недавно человек выбежал из машины, топором машину порубил. Поспорили они там что-то. Жесть. Да, в машине вот тег «Жесть» мы прицепим к нашей программе, жестянка, чтобы были просмотры. Смотрите до конца. Да. Смотреть до конца, да. Да. Ну ладно, все. Не знаю, насколько мы ответили, но мы постарались, да, как-то свое мнение сказать по этому поводу. Все, первая часть на этом закончилась.